Wexler Mobi 7 LTE – первый планшет с поддержкой мобильных сетей четвертого поколения в ассортименте компании Wexler. В комплектацию устройства входит кабель microUSB, сетевой адаптер и инструмент для извлечения SIM-карты. За счет соотношения сторон 16 к 9 данный 7-дюймовый планшет имеет меньшую ширину по сравнению с аналогами, что позволяет ему лучше лежать в руке. Темно-серый корпус устройства выполнен преимущественно из металла. Центральную алюминиевую панель с прорезями динамика обрамляют пластиковые вставки. Сверху находится камера со вспышкой разрешением 5 мегапикселей. Разъем мини-джек для подключения проводной гарнитуры и microUSB для зарядки и передачи данных. С другой стороны размещен только микрофон. На правой грани кнопки включения и регулировки громкости с коротким и четким ходом, а также выдвижной лоток для карточек microSD и microSIM. 7-дюймовый экран планшета, выполненный по технологии IPS, имеет разрешение в 1280 на 720 пикселей. К преимуществам экрана относится довольно высокая максимальная яркость и устойчивость цветопередачи к отклонению взгляда. Над экраном находится фронтальная камера разрешением 2 мегапикселя, отдельный динамик для голосовой связи и датчик для автоматической регулировки яркости. Три стандартные клавиши Android вынесены под дисплей. Главной особенностью Wexler Mobi 7 LTE является его однокристальная система Qualcomm Snapdragon 400 с четырехъядерным процессором частотой 1,2 ГГц. Встроенный модем этой системы позволяет планшету работать в мобильных сетях четвертого поколения. Эта возможность недоступна большинству бюджетных аналогов, которые работают на однокристальных системах MediaTek. Дополняет конфигурацию 1 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти планшета составляет 16 ГБ. С помощью карты памяти microSD ее можно расширить еще на 128 гигабайт. На планшете установлена операционная система Android 4.4.2. Есть возможность обновления прошивки по воздуху. В планшете реализованы функции телефона, голосовая связь и SMS. Для этих целей предустановлены стандартные приложения Android. Навигация осуществляется с помощью GPS и GLONASS, а также китайской спутниковой системой Beidou. Имеется поддержка Bluetooth 4-й версии. Емкость батареи планшета составляет 3500 мАч. Wexler Mobi 7 LTE привлекает поддержкой функций телефона, сетей 4-го поколения и отличной работой навигации. Планшет способен успешно показать себя в мобильных сценариях использования.